Андрюха, вот смотри, это СП4. Ты говорил, по-моему, за подводящие у него. Вот смотри, что в этот раз произошло. У нас такой первый, на, вернее, второй с подводящими, но на первом там было все попроще. Этот за малым тачку не сжег. Вот, и такая же хуйня, как и на Кьюшке. С этой стороны вообще все в порядке. А здесь вот такой пиздец. Пожар был. Пацаны, блядь, крестились, молились. Нахуй, в монастырь уже ушли из автозвука, говорят. Тёма говорит, пиздец, на БМВ попаду. Не рассчитаюсь никогда. Да, катушка вот. Катушки срать. Пользовались сколько вы его? 30 герц там где-то, да, с настройкой? Ну, нормально, 32. 32 герца и просадки почти не было. Ну там вольт 10. Там нормально, да? Это иногда вообще пиздец.